Опа! Всем привет! Сегодня у меня опять на руках все. Сейчас потихонечку о каждом, по чуть-чуть о каждом. Пипа борзый, Пипа лезет куки. Пипа стал холеный вообще, такой кабан. Такой вообще ребра не чувствуется, позвоночник не чувствуется. Такой именно вот он прям идеальный крыс. Вот небольшой, но просто идеальный. Он наконец-то дорос до нормального размера. К 2 годам. Ну, год и 10 месяцев. Всем Пипе, Кусе и Куке год и 10 месяцев. Продолжают появляться новые подписчики и спрашивают возраст. Какой возраст у каждой из крыс? Пипа, Куся и Куки – это все с одного помета. Братья и сестры. Им год и 10 месяцев. Про Куки. Ей, ну, как видите, ей немного лучше. Сейчас я сделала ей уже 3-й укольчик. Ей получше. Кушает она хорошо, и у нее меньше выделяется порфирин. Ну, по крайней мере, она вот стала более такой, более живой. Мне сейчас немножко все мешают. Хотели показать, какую Ника получила сегодня посылку. О, ближе к теме. Ближе к теме. И Ника ждет, пока мы ее откроем, потому что она чувствует запах. Я чувствую запах аж сюда. И здесь даже на картинке нарисована Ника. Это ты видишь? Абсолютно ее фигура, абсолютно вообще. Что там у тебя? Расскажи еще, что ты блохастая. Еще раз повтори, мы не поняли. Ника, ну скажи, что. Она просто говорит, я так хочу попробовать, хотя бы. Хочу так попробовать, да? Хочешь попробовать? Скажи спасибо, Ника. Пару штучек на камеру. Это было спасибо от Ники, вот вот. Да. Вот, да. Ну все поняли. Вымоталась на реке сегодня собачка. Да. Вся по. Она научилась сегодня плавать. Об этом другое видео. Смотрите. Угу. И наверное, она сейчас чистенькая. Будет в один день. Вымотанная и довольная. До ужаса. Так, ну ладно, ближе к теме. Да, ну давай откроем, дадим ей пару штук. Ну, конечно, на сухой корм я ее переводить на веки вечные не буду. Пока, по крайней мере, не планируется. Ну, где-то так раз в недельку будет она принимать сухой корм. Сейчас я посажу Куки, потому что она постоянно убегает. Я боюсь, что буду снимать ролик спустя некоторое время, потому что у нас пропал свет. Сейчас он уже появился, и на диване уже остался из крыс только Сёма. Потому что когда выключили свет, мы всех распихали по клеткам, чтобы не наступить. Милый мальчик. Хотели еще обратить внимание, что корм нам прислали специально для Ники, ну, с ее фотографией это понятно, ну, я шучу, конечно. Для средних пород корм предназначен премиум-класса, то есть такой вообще подарок с любовью. Спасибо большое. Прислали нам его из Киева. Вроде бы как чешский корм. Пока еще толком его сама не изучила. Поэтому мало что могу сказать. Ты сегодня забрала. Да, недавно. Сзади написано, как его распределять на вес. Поэтому иногда будут у Ники дни, конечно, когда она будет чисто на этом профессиональном корме содержаться. Написано, что. Прага. Ну, короче, супер-пупер корм. Для супер-пупер собаки. Да. Для активных пород. У нас собака активной породы. Ладно, давай я уже. Камышовая овчарка. Никуля. Активная, да? Никуля. Она переактивничала просто сегодня. Вот поэтому. Ника. Она выглядит совсем неактивной. Ника. Ника, иди, иди на. Иди сюда. Иди ко мне. Иди, мы ее сейчас фонариками перепугали просто. Да, она фонариком будет. Вот так. Ника, вот. Тут она по тягушке. Бум. Тяжело Ники стоят на лапах. На ногах тяжело стоять. Ой, какие штучки вкусные.
Какие вкусные штучки, да? Ты жуй, жуй хотя бы. Обалдеть. Вкус почувствуй. Что ты их глотаешь целиком? Пахнут аж сюда, я бы сам съел. Ну, что? Что ты готова сделать за такую вкусняшку? Так, что ты, ты скажешь? Аф, скажи, да? Для начала аф, да. Еще. Не чихай. Что-то меня обчихало все ноги. Она сейчас готова все сделать. Бульвера. И лежать, скажи, и сидеть. Аф. Красиво, скажи аф. Да ты что? Сидеть. Она перепухана, просто все еще после фонариков. Ну иди ко мне. Сидеть. Скажи аф. Это она, ладно, она же сказала. Еще аф. Ну давай еще пару штук. Пакет еще шуршит. Еще пару штук, а потом завтра уже на завтрак. Да? Лапу дай. Ух ты шо. Ай! Ника! Ого, смотрите, что она сделала. Дала лапу. Лизнула. Дай лапу. Это аппарат. Дай лапу. Все, видишь, с ума сошла собака от вкуса. Все, с ума сошла, да. Дай другую лапу. Другую лапу. Молодец. Лежать, Ника, теперь. Ника, лежать. Ну что это, лежать? Нормально ляжь. Вставай теперь. Ух ты. Все, молодец. Все, хватит. Служи еще. Ты уже хорошо кушала сегодня. И голос. Много кушала. Еще можно и пульнуть туда. Спасибо. От меня. Ники большое. Ника, сидеть, на место иди. Иди на место. Иди на место. Да. На место. Да ну, Кость. Не дал закончить команду. Иди на место. На место. Так, сидеть, лови. Вот такая у нас ловкая собака. И мою лови. Не понимал. Ну, я плохо кинул, конечно. Ай, Ника. Побаливает. Что, ну все, да. Вкусненько, да? Вкусненько. Вкусно. Пальцы теперь пахнут вкусно. Она потом мне отказалась от каши. Но... Хочется пальцы облизать свои. Ну да, как чипсы. Да? Все, сразу уши стоят. Довольно. Ну, это у нее так стоят уши, называется. Ну, да. Это больше они не знают. Да, Ника, счастливая собака. Видишь, как тебя любят все. Непонятно только, почему? Почему? Ну почему мы, то понятно, да? Не, ну, чем-то какая-то особенная, наверное. Нам понятно, почему. Почему все ее любят. У нас даже на прогулке люди какое-то к ней особое отношение. Все хотят ее погладить, радуются, когда она прибегает. Другие собаководы. Мы хотели еще сказать, что ну, нам, конечно, очень приятно получать подарки, но хотели сказать, что мы вообще не ожидали, что будет такой отклик от людей, что люди захотят нам так помогать. Появилось действительно вот много друзей на канале и друзей канала. Комментариями поддерживают добрыми. Спасибо. Да. И теперь еще и материально. Такая у нас сложилась проблема, что мы изначально вообще не планировали создавать канал. И снимаем как бы на лучшую камеру десятилетней давности. Вот. Да не лучшую, любительскую. Любительскую, да. Фото просто фото. На фотоаппарат мы снимаем, да. Sony фотоаппарат хороший на то время был, да. Сейчас мы, конечно, долго думали, как это сказать, и несколько месяцев, но сейчас то, что мы наснимали на даче просто, и все, когда мы монтировали видео, ну, это просто ужас. Я не знаю, как вы это все смотрите, если честно. Вот это вот приближение, отдаление, обрезанное видео, ну, короче, мы пытаемся накопить на камеру. Чем мы сами плюемся в видео, как может быть на самом деле. Пытаемся накопить на камеру, на самую простую, самую простую на 21 век, на 2000. На сегодняшний день, короче, нормальную просто Sony оптимальных, простых, да, на начальных параметров, ну. Сколько она там стоит? 8 тысяч гривен? 7600.
То есть в рублях это примерно в два раза больше, там где-то ну, да, 16, 17, 18. Нет, 16, это она там в среднем. И мы не можем никак собрать ни 405-я CX, по-моему. Сумму. Да, это даже примерно так решили, что неплохо было. И мы еще планируем. У нас куда-то то лечение крыс, то самих лечение, то еще что-то куда-то уходят и. Как-то стыдно даже говорить. Ну как, мы скопили уже больше половины этой суммы, но просто... Мы ее в любом случае, конечно, купим, но просто вопрос времени остался. Да. Понятное дело, что на данный момент просто пошла весна, мы хотели в зоопарк же, да? И видео будут лучше потом, когда появится камера. Да, мы хотели в зоопарк, мало кто знает об этом. Ну, я упоминала об этом еще полгода назад. Я спрашивала, хотели бы вы, чтобы мы сняли лучший зоопарк Украины, наш Николаевский зоопарк. Показали вам, чем он лучше. Ну, вообще там, конечно, много чего, много животных, есть что показать. Но опять-таки на этот фотоаппарат снимать не хотелось бы. Он хорош как фотоаппарат, но как камера он очень плохо. Просто уже устарел. Да. Да. Поэтому очень хотелось. Разрешение слабое. Мы не можем даже пойти в зоопарк, пока мы обрезанное. Не купили камеру, потому что мы не видим смысла вообще идти туда. И вот мы ждем. У нас уже наступило лето, как вы видели в предыдущем ролике. Уже пора бы идти, но мы не можем туда позволить себе пойти, потому что на этой камере батарейки очень быстро разряжаются, две батарейки, буквально там. Ну да, и карты памяти на полчаса мало. Съемок, ну то есть на час съемок две батарейки, и карта памяти, две карты памяти, которых хватает тоже на очень мало. 6 гигабайт. Все у нас очень плохо. И для начала, наверное, мы бы не хотели все-таки просить о помощи, а хотели бы спросить вашего мнения, наверное, по этому поводу. Заслуживаем ли мы? Нужно ли быстрее нам как-то... Хотели бы вы, готовы с этим, ли да, вы решить эту проблему. Нам помочь, хотя бы по чуть-чуть, не нужно там большие суммы, какие-то маленькие суммы. Но как, были люди, было там 3 человека, которые предлагали там пустить такую информацию, но это было еще давно, и я сказала, что нет, я пока не готова и не вижу смысла. Но нас действительно смотрят просто хотя бы там 600-700 человек стабильно, которые действительно вот нас, наши ролики любят и... Хотелось бы дарить все-таки вам ролики в лучшем качестве, раз уж вам действительно интересно нас смотреть. Все уже спят. Засыпают. Сказали, хотели сказать Почему? Еще, что, конечно, нам помогли еще с лечением крыс. И эти деньги, ну, это НЗ, они лежат именно вот на непредвиденные такие случаи. Вот как бы Симону тоже операцию собирались делать, думали, оттуда возьмем. Они пока лежат на лечение крыс, и они так и будут лежать. А деньги, которые у нас появились с Ютуба, ну, многие думают, что мы на Ютубе зарабатываем там какую-то неплохо, сумму. Да. Нет, в среднем капает 60-70 центов в день. И эта сумма, когда она наполняется $100, либо чуть больше, ее списывают мне на карточку. Соответственно, таким образом сейчас у меня на карточке $124. И еще там какую-то сумму мы смогли отложить с наших зарплат. И поэтому вот там 2/3 или половина суммы у нас на камеру есть. Ну я не знаю, просто еще плюс точно цену, потому что еще карточки эти все, там штуки всякие дополнительные к камере. Поэтому будем считать, что половина суммы у нас есть. Ну и... как минимум, да там. Да, и что еще там хотели сказать? Может даже больше. Отчитались отчет о проведенной работе. А, заработали мы эти деньги, $124 за 4 месяца на Ютубе. Вот так вот блогеры зарабатывают на Ютубе. В общем, хотели просто у вас спросить, ну, мы пока не будем давать никаких реквизитов под этим видео, просто хотели спросить ваше мнение, действительно ли у нас настолько все плохо с видео, и вы хотели бы, чтобы мы все-таки купили камеру получше и снимали в широкоформатной съемке и с большим качеством. Либо вас все устраивает, и нам продолжать и так, и дальше снимать на наш фотоаппарат, пока он жив. Не, мы и так будем снимать. Просто, да, просто нам, ну, мы же тоже подписаны на многих людей, и когда смотришь, как там просто передает камера точность, как в движении, ну, все движения, все цвета, ну, просто, конечно,
хочется чего-то хотя бы немножечко приближенного. Хочется чуть-чуть улучшиться и соответствовать просто, ну да, сегодня. Это просто стыдно, ну думаешь, вообще у людей 5000 подписчиков откуда-то вообще, за что и за чего. Не, мы просто не стремились изначально вообще, это только благодаря тому, что вы нас так поддерживаете. Да, хочется просто дальше продолжать снимать, ну раз смотришь, что это многим интересно, пытаешься как-то вот соответствовать, да, ну, ожиданиям, оправдывать ожидания и, или не все. И дальше как-то развиваться, может быть, учиться. Угу. Да, спасибо за поддержку всем. Спасибо. Еще раз за посылки. Всем пока-пока.